простых способов в этой задаче такой. В качестве базиса ввести величины 1NS. Совершенно точно так же мы могли ввести другой базис. Давайте я его специально напишу, потому что он на самом деле ничем не лучше, не хуже. Единственное, вычисления будут, что называется, длиннее, если пользоваться им. Но это не более чем стандартный счет, когда это решение сильно не проблемы. Итак, я ввожу базис E1, E2, E3. E1 – это величина, которая принимает значение 1, 0, 0. E2 – 0, 1, 0. И E3 – 0, 0, 1. То есть самый понятный стандартный базис в пространстве. Давайте мы подумаем, каким образом связан между собой 1NS и E1, E2, E3. А также, как через 1NS выразить N2, как через эту штуку выразить N3, NK. То есть просто как через вот эту вот базу, ну, эти три вектора, я напишу, что это базис. Многие тройки векторов образуют базис трехмерного пространства, лишь бы они не оказались в одной плоскости, то есть лишь бы между ними не было линейного соотношения. Итак, вот мой базис частоты, я решил все выражать. Давайте быстренько это сделаем. Лучше всего посмотреть на E3. Посмотрите, пожалуйста, как E3 связано с величиной S. 0,0,1 и 0,0,1,2. 2S это? E3. Это E3. Отлично. Вот давайте я это сюда напишу. E3 это 2S. А теперь очень понятно не делить эту самую величину E3, вычту из N, и я ее вычту из моей величины E1 один раз. Смотрите, что тогда произойдет. Тогда у меня получится новая табличка, она уже на самом деле меньше размера, поэтому я ее вот прямо здесь на самом деле смогу написать. Если я из единицы вычитаю E3, то у меня будет функция с такими значениями. E3 вычитаю. Функция со значениями 1, 1, 0. Терминал. E3 это 0, 0, 1, а здесь 1, 1, 1. Получается так. Замечательно. Если я из величины n вычитаю E3, 3 раза. N минус 3 раза E3. В таком случае, что у меня будет? У меня останутся числа 1, 2, 0. 1, 2, 0. Замечательно. Теперь надо понять, как из вот этих двух столбцов получить величину E2. Из N минус 3 E3 я вычитаю 1 минус E3. И я получаю величину 0, 1, 0. Это, кстати, легко упростить. Теперь, как получить величину E1? Надо просто-напросто из столбика 1, 1, 0 вычесть столбик 0, 1, 0. То есть из 1 минус E3 надо вычесть N минус 2 E3 минус 1. Так, пора писать ответ. Значит, что такое E2 и что такое E1? 2 E3 это, ну что? Это 4S. Это N минус 4S минус 1. E1, E3, то есть 2S и N плюс 2. Минус N плюс 2. Зачем я сейчас вычислял эти самые E1, E2, E3? Ну, кстати, в принципе, можно было мне просто выписать эти формулы сразу и сказать, что, ребята, проверьте, все же очевидно. На самом деле, правда, в общем, не так сложно. А затем, что, зная величины E1, E2, E3, мгновенно могу написать, хотите N2, хотите N3, хотите N5, хотите B. И
я действительно все эти величины хочу сейчас написать. Потому что в таком случае я получаю разные формы, я получаю разные закономерности.